Таразе вспоминают трагические события ноября 2011 года, когда от рук террориста-смертника погибли пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое мирных жителей. С особенным трепетом сегодня говорят о подвиге капитана дорожной полиции Халык-Кахармана Газиза Байтасова, который ценой своей жизни обезвредил преступника. Почтить память героя на место гибели приехали его коллеги. Десятки патрульных экипажей возложили цветы к мемориалу, установленному на месте, где 3 года назад террорист подорвал гранату, убив себя и задержавшего его полицейского. Цветы несли сегодня и к памятнику Халык-Кахармана на аллее генералов. А юные инспекторы дорожного движения и воспитанники молодежного авиацентра пообещали служить своей родине так же верно, как отдавшие своей жизни за мирное небо над нашей головой. Прошло 3 года, конечно, наша рана еще не заживает. Все равно для детей он был очень хорошим, примерным семьянином, очень любящим отцом. Поэтому для нас эта утрата никогда не забудется, он всегда останется в нашей памяти. Но единственное, то, что радует, вот народ наш не забывает его подвиг. Сегодня я пришел сюда, чтобы почтить память героя. В современном мире мало таких имен, но они есть и заслуживают, чтобы о них помнили. И, конечно, я сделаю все, чтобы быть похожим на таких Халык-Кахармана, как Газиз Байтасов.